17 мая в Челябинске будет проходить практический семинар для тех, кто хочет начать свой бизнес в интернете. Да, если вам кажется, что это сложно, то наши гости прямо сейчас развеют все ваши сомнения. Да, ну а в нашей студии организаторы семинара «Успешный старт в e-commerce» Антон Брагин и Роман Давыдов. Доброе утро. Доброе утро, ребят. Да, ну, первый вопрос. Что такое? Что такое e-commerce? Вот это сейчас наши зрители все сидят. Куда? Нам тоже интересно, что там наши зрители. E-commerce – это сфера экономики, которая проходит у нас в интернете, да. Это оказание услуг, это продажа товаров, обмен информацией. Продвижение товаров, все это e-commerce, это целая сфера торговли через интернет. Ну, это как интернет-магазины, да? Это шире немножко. Шире. Или да. Это интернет-магазин, это частичка e-commerce, да? Интернет-магазины это тоже, да, e-commerce, но помимо того, что это может быть там продажа каких-то продуктов конкретно, это может быть и продажа услуг, это продажа информации. И продвижение, да? Вот смотрите, вот для многих наших зрителей бизнес в интернете – это что-то абстрактное, невидимое, непонятное. А вот вы можете привести какие-то конкретные примеры, когда люди в интернет-бизнесе… Вот, смотрите, вот для этого, собственно говоря, и проводится этот образовательный семинар. Они проходят по всей России. В Челябинске он будет у нас 17 мая, в четверг. Там будет целый пул экспертов, которые приедут и очень доступно объяснят, как, собственно говоря, пошагово начать свой бизнес в интернете. То есть это как зарегистрировать ИП без лишней головной боли. Как разместить свои товары? Есть маркетплейс специальный, то есть если вы производите что-то, хендмейд какой-то, допустим, вот вы можете разместить на этой площадке, кидать ссылку, и человек с этой площадки может у вас этот товар покупать. Как продвигать свой товар? Это реклама в интернете, да. Плюс сюда же еще идет отчетность о продаже. То есть вы знаете, что сейчас 54-й федеральный закон ввели, да, и все должны перейти на онлайн-кассы. Вот об этом тоже будет подробно все рассказано, потому что сейчас для многих это действительно большой вопрос, да. Масса нюансов в этом есть. И вот здесь будет отдельный эксперт, который про это все подробно расскажет. Ну, еще будет эксперт от компании СДЭК. Это у нас доставка товаров. То есть он все подробно расскажет, как товар должен дойти, ну, как сделать так, чтобы товар без проблем, да, дошел до вашего покупателя. Ну, а вот в первую очередь, этот семинар, он на кого рассчитан? На предпринимателей или вот все-таки для тех, кто или как бы в равном количестве, или для тех, кто там в студии устал сидеть и решил? Ну, вот смотрите. Чем-то другим заняться. Для тех, кто, допустим, просто хочет, думает, займусь-ка я бизнесом в интернете, но абсолютно не знает, с чего начать, вот этот семинар абсолютно подходит. Потому что вы приходите, и пошагово вы начинаете понимать, как это работает. Вы можете подойти к экспертам, задать те вопросы, которые вас интересуют. Или, допустим, у вас уже есть свой бизнес в интернете, но, допустим, открыли вы его 4 года назад. За это время очень много сервисов новых появилось, много нюансов. Сейчас вы знаете, что все идет вперед. И вам тоже вот нужно обновить просто свои знания, и вот этот семинар поэтому для вас. Или, допустим, у вас есть свой бизнес, но он никак не связан с интернетом. И вы в то же время понимаете, что вам как-то в онлайн надо переводить свой бизнес. И вот для этих людей тоже это подходит. Это больше для хендмейщиков, да? Это вот для тех, кто сидит дома, что-то делает. Как заявлено, это средний и микробизнес. Да. Нет, на самом деле, то есть, e-commerce, да, электронная коммерция, она вокруг. То есть мы пользуемся все доставкой еды, да, это то же самое. Да, там и покупка одежды, там и предметов через интернет. То есть по сути, как бы, это не только для тех людей, которые что-то сами производят. Нет, это и перепродажи, и оказание услуг. Ну вот вы сказали, что много-много будет хороших людей, которые расскажут, спикеров. А вот скажите, все равно, вот если вот мы, сидя здесь, захотели что-то запустить, свой проект, вы будете рассказывать, где брать деньги на стартап? Вот, на начало. Да, вот, да, отлично. Я скажу, как это можно сделать. Дело в том, что в партнерах у нас этого проекта есть такой у нас замечательный кластер для всех предпринимателей, который создан был по инициативе губернатора, называется он «Территория бизнеса». Это официальные партнеры нашего семинара. И вот мы дадим слово их представителю, и он вам расскажет, как можно свой проект, во-первых, прийти к ним на территорию бизнеса, да, они тоже оказывают помощь предпринимателям, и именно с ними можно найти финансирование для своего проекта. Так, мы думаем с тобой проект. Спасибо вам большое за то, что вы к нам пришли. Но я напомню, что у нас в гостях были организаторы семинара «Успешный старт» в e-commerce Антон Брагин и Роман Давыдов. Да, надеюсь, что вы тоже посетите этот семинар и запустите свой бизнес. У меня много мыслей.